С наступлением сезона отпусков многие задумываются о туристической поездке к морю. Сотрудники компании 78 регион Travel помогут спланировать дни отдыха и выбрать подходящий тур на пляже Краснодарского края. Компания предлагает скидки на первые заезды и в этом году открывает новые направления. Подробности в нашем сюжете. Позаботиться об отдыхе необходимо заранее. В туристической компании 78 регион Travel можно выбрать недорогой тур в привычном направлении. Например, Геленджик, Анапа, Туапсе. А в этом году для любителей ярко и весело встретить отпускной сезон туристическая компания приглашает на геленджикский карнавал, который пройдет 7 июня. Вы можете рассчитывать на нас в организации вашего отдыха. А наша компания готова предоставить качественный отдых в любых уголках Черноморского побережья, и не только, а также за пределами России. Наши цены вас приятно удивят. У нас предусмотрены гостиницы всех категорий, от эконом до VIP-класса. Отправиться в долгожданный отпуск компания предлагает на поезде и на комфортабельном автобусе. Автобусные туры от компании 78 регион Travel рассчитаны на клиентов с разным достатком. Недорогой отдых позволяет зарядиться позитивной энергией и получить максимальное удовольствие от поездки. Желающим развеяться в первые жаркие дни необходимо позаботиться о заказе тура уже сейчас. Первые туристы отправятся на пляжи Краснодарского края 30 мая. Хотелось бы отметить, что на первые заезды у нас действуют скидки 10-15%, а также у нас скидки для постоянных клиентов, участникам боевых действий, молодоженов, многодетным семьям, инвалидам. У нас ведется уже активное бронирование, поэтому мы рекомендуем определиться с курортом и оформиться уже сейчас. А мы, в свою очередь, приложим все усилия, чтобы ваш отдых был максимально комфортным. Отправиться в интересную и запоминающуюся поездку компании 78 регион Travel предлагает не только в популярные города Краснодарского края. 20 июня состоится первый заезд в новом направлении. Республика Крым встретит клиентов компании 78 регион Travel. Активная работа компании начнется и с курортом Лазаревское, Лоо и Сочи. О выгодных и интересных предложениях можно узнать более подробно в офисе компании по адресу город Рассказово, улица 8 марта, 1Б, торговый дом «Фаворит». Екатерина Студенова, Юлия Хлыстова, Степан Дикаленко, новости ТВ Рассказово.